Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа, в день, когда был установлен первый электрический светофор, предшественник современных устройств. Сначала аппарат был двухцветным – красный и зеленый, а когда цвета сменяли друг друга, то звучал специальный сигнал. Время шло, сейчас светофор для автомобилистов имеет 3 цвета, а для пешеходов – 2. А знают ли жители нашего города, что обозначают цвета светофора? Конечно. Какие? Красный, желтый, зеленый. А что они обозначают? Ну, остановка, предупреждение, как бы, и свободный проезд. А как часто вы пользуетесь светофором? Ну, только пешеходно. Только пешеходно. Там зеленый и красный. Красный, зеленый, желтый. А что они обозначают? Красный, стоп, желтый, предупреждающий, зеленый, ехать. Красный, желтый, зеленый. А что они обозначают? А, стой, жди, иди. Продолжать движение? Да. А как думаете, нужно ли больше светофоров нашему городу? Да, нужно. А для чего? А чтобы было безопаснее ходить. Это у нас много таких перекрестков, где хотелось бы их увидеть. А нигде не нарушаете? Не перебегаете дорогу? Нет, нет. Я ответственный пешеход. Красный, желтый, зеленый. А что они обозначают? Красный, стой, желтый. Начинаем движение, зеленый, переходим. Едем. Едем. А как много нужно нашему городу светофоров? Хватит того, что уже стоит, или нужно еще где-то поставить? Вот здесь, наверное, у Сбербанка. Здесь не хватает? Не хватает. А почему? Ну, там хотя пешеходный переход есть, но... Ну, вот там, где широкое место, там просто и пешеходный переход, и широкое место, и как движение, помеха справа, тут люди хаотично вот это широкое место переходят. Зеленый, красный, желтый. А что они обозначают? Ну, желтый предупреждающий, красный запрещающий. Как часто вы переходите по пешеходному? Да постоянно стараюсь переходить. Красный, оранжевый, желтый и зеленый. А обозначает что? Стоп, предупреждение, остановись, и зеленый можно идти. Нужны ли еще дополнительные светофоры, или у нас хватает в городе их? Конечно, нужны. Я думаю, что нужны. Особенно какой-то... для детей, особенно около школ, я думаю, что которые дети больше ориентируются по светофорам, чем по зебре. Первый светофор в Великом Устюге как раз с двумя цветами появился примерно полвека назад. Располагался он на перекрестке Советского проспекта и улицы Красной, где сейчас магазин «Озерный». В 80-х годах его убрали. Из действующих светофоров, а их в нашем городе 5, первый появился около парка культуры и отдыха на перекрестке Красной и Виноградова. Несмотря на наличие светофоров, аварии избежать не всегда удается. Если говорить о дорожно-транспортных происшествиях, в этом году случались на регулируемых перекрестках, да, таких аварий 8 произошло. И, конечно, у нас не так много светофоров, да, в городе, но на всех наших перекрестках регулируемых происходят дорожные аварии. Поэтому водителям нужно быть внимательными и осторожными. Без светофора современная жизнь дорог уже не мыслится. Даже самые маленькие дети знают, что на красный свет идти нельзя, потому что он обозначает стоп. Желтый – внимание, зеленый – можно идти. Каждый на уровне автоматического сознания пользуется светофорами ежедневно. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».